В обычной жизни мы редко замечаем работу органов прокуратуры. До тех пор, пока не сталкиваемся с грубым и циничным нарушением своих законных прав и свобод. И вот тогда прокуратура нередко становится последним рубежом обороны наших интересов. В 2015 году работниками Одинцовской городской прокуратуры было принято 2293 гражданина. Каждый десятый лично самим прокурором и его заместителями. Только за истекший период 2015 года коллективом Одинцовской городской прокуратуры в деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных служб, органов контроля и надзора юридических лиц установлено свыше 10 тысяч фактов нарушений законности. По результатам проверок приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности вплоть до уголовной. В целях устранения нарушений закона в 2015 году Одинцовской городской прокуратурой было опротестовано 243 незаконных правовых акта, направлено в суд 153 исковых заявления, внесено 195 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 260 человек. 103 должностных лица получили предостережение о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел. Сфера прокурорского надзора весьма обширна. Одной из основных функций прокуратуры в последние годы является осуществление правозащитных функций в социальной сфере. В центре пристального внимания вопросы своевременности оплаты труда граждан, охрана здоровья, восстановление прав малозащищенных слоев населения, детей-сирот и детей-инвалидов, многодетных семей. Значительные усилия нами направлены на борьбу с коррупционными правонарушениями, нелегальной миграцией, незаконной игорной деятельностью, нарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь мы, собственно говоря, активно используем нашу функцию по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Привлекаем к этой работе контрольно-надзорные органы, и таким образом повышаем эффективность указанного процесса. Используя полномочия, предоставленные гражданско-процессуальным законодательством, Одинцовская городская прокуратура в судебном порядке вернула в государственную и муниципальную собственность сотни гектаров земли, в том числе лесных участков. Мы, разумеется, и дальше средствами прокурорского надзора будем минимизировать нарушения законности, защищать права граждан и государства. Еще одной важной заслугой сотрудников прокуратуры можно считать коренное изменение представлений о социально-криминологических характеристиках преступности и обеспечение максимальной прозрачности и объективности уголовно-правовой статистики. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».